Любовь и ненависть, ревность, предательство и преданность – все это нашло место в сериале «Вместе навсегда». Его премьера состоялась в августе 2021 года на телеканале «Россия-1». В первом сезоне заявлено 16 серий. Успеют ли создатели сериала рассказать всю историю или потребуется продолжение? Известно, что дата выхода второго сезона сериала «Вместе навсегда» назначена не будет. История получила логическое завершение. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.